В нем, как правило, все равно много свободных ресурсов для текущих игрушек. Орки. Блин, орки, ненавижу орков. Так, а я же должен был сразу этот построить. Ну, не умею я ими играть, не умею их готовить. Бесполезно сейчас нереально раскрутиться. Вот на МКЛ я, наверное, тоже закину идею вам на обсуждение. Как раз к вопросу о целесообразности становиться стримером. Конкуренция действительно высокая. Зум-зум. Сколько киберкотлет. Ёпперс, это вы серьезно? Все отзумливаете? Отзумливатели. Готов колоть. Сделаю. С удовольствием. Нужно больше золота. Здесь нельзя выжить. Играем в хедхантеров потихонечку. Нам нужно больше золота. Работа сделана. Вроде Бору и Барак доделываются приблизительно в одно и то же время. Так что мне не нужно там освобождать место под лимит. Ну, почти. Почти, да не почти. Ну и второй Бору нужно уже подумать пилить. Думать, как пилить. Здесь уже копить на хедхантера на следующего. Будет еще небольшая пауза. Я бы посмотрел, кто у меня по Undead один. 140 хедхантер стоит. Делаем героем. Проверяем, кто сосед. Щегол. Щегол! Сельф играет щегол. Неплохо, неплохо. А вот здесь я, конечно, косячил. Нам нужно больше золота. С удовольствием. Мэри Бен, я тоже не смотрел, к сожалению. Даже не знаю, в каком клубе это будет. Я бы отталкивался от поиска на сайте Федерации компьютерного спорта. Они должны проанонсировать это дело. Ну и, соответственно, там должна быть информация. Смотрим на героя. Кипер, неплохо. Приказывай. Смерть осквернителям. Да будет так. Природа не знает усталости. Кто нарушил наш покой? Что ж, хорошо. Время пришло. За Калимдор. Во имя духа. Работа сделана. Где опасность? Естественно. Кто нарушил наш покой? Блин, он там еще ушел. Время пришло. Познай гнев природы. Природа не знает усталости. Да будет так. Приказывай. Природа не знает усталости. Чего? Где опасность? Отомстим за Золжена. Кто нарушил наш покой? Кого убить? Время пришло. Приказывай. Никто Чего? Не смеет прийти. Очень много. Где опасность? Во имя духа. Очень много самонов у него. Время. Но я не доконтролил пришло. Еще, как вы помните. Усталости. Нам кто нужно нарушил больше наш покой? Что ж, хорошо. За Калимдор. И я нормально не прокриплюсь, скорее всего, учитывая такой старт. Не знает усталости. Чего прикажу? Где опасность? Ну, одна точка — это несерьезно. Приказывай.
И то не полное. Пытаться его ловить дальше. Во имя духов. Приказывай. Познай гнев природы. Ладно. Кто нарушил наш покой? Время пришло. Природа не знает усталости. Работу сделал. Где опасность? Кто нарушил наш покой? Никто не смеет прийти. Значит, динаить пробует. Неплохо. Время пришло. Приказывай. Ну, андеда сложно убить в целом. Просто сложно убить андеда. Природа не знает усталости. Отомстим за зол. Просто самонов много. Ой, там толпарчий. Просто, да. Просто толпарчий. СХ толпарчий, окей. Время пришло. Время пришло. Кто нарушил наш покой? Где опасность? Природа не знает усталости. Улучшение завершено. Время пришло. Приказывай. Я мажу. Кто нарушил наш покой? Где опасность? Кто нарушил наш покой? Где опасность? Природа не знает усталости. Время пришло. Приказывай. Где опасность? Время пришло. Естественно. Куда пойдем? Природа не знает усталости. Кто нарушил наш покой? Приказывай. Да, щегол не очень опытный. Приказывай. Какой второй герой, интересно мне. Где опасность? Но в целом товарищи очень активные. Нага. Блин, да что ж такое? Нарушил наш покой. Чего? Не стоит со мной. Природа не знает усталости. Да будет так. Наша воля. Приказывай. Ну нет, надо андеда убивать. Он слишком... слишком плохо против козла играет. Очень... беспечно, так скажем. Растерял финдов своих всех. Да, у него есть нерубка. Да, я его сейчас не продавлю с хэдхантерами. Но в целом это тот человек, которого надо убивать. Природа не знает усталости. С удовольствием. Приказывай. Надо. Что ж, хорошо. Где опасность? Много трачу на лечение. Надо дожить до берсеркеров для начала. Дожить до базового лечения. До кадоем, до молодого. Борун необходимо построить. Хорошо, с лесом проблем нет. Отстроил правильное количество. Время пришло. Никто не смеет вредить природе. Сейчас получим третий. Кипером вторая прикопочка. Можно попробовать его как-нибудь еще поджать. Так, щегол покидает матч. Да ладно, вот это меняет дело. Кто ж там его убил там? Щегла нашего. Щеглистого. Работа сделана. За Калимдор. Время пришло. Естественно. Работа сделана. Четвертая рейнджерка. Не, я не должен сейчас сражаться. Ну, только Т3 готов, а... Хорошо. Знахарь вызывает. Кто нарушил наш покой? И там рейнджерка четвертая. Проблема. Проблемы? Третьего героя пока не хватает нам. Здесь ставлю вардик. Кадой молодой. Где опасность? Так, и он делает Т3. Время пришло.
Кадой пошел. Я думаю, пора уже лезть. Ой, там хантрески к нему. Интересно. Таурен третий. С грейдом на защиту. Очень странный. Где опасность? Кто нарушил наш покой? Кого убить? Приказывай. Жду с ним. Время пришло. Кто нарушил наш покой? Куда пойдем? Природа не знает усталости. Где опасность? Ну все, дальше его пытаемся забрать. Он, правда, доделывает грейд на Т3. Мне бы еще озаботиться. Природа не знает усталости. Тебе нужна моя помощь. Кто нарушил наш покой? Приказывай. Время пришло. Где опасность? Чего ты хочешь? Хилвар пошел. Познай гнев природы. Где опасность? Тебе нужна моя природа не знает. Бестмастер минус. Кто нарушил наш покой? Приказывай. Природа не знает усталости. Кто нарушил наш покой? Работа сделана. Чего? Блин, плохо сейчас, конечно, я действую. Чего ты? Ну, я на вышке под берсеркером лезу. Какой смысл в этом? Еле пытаюсь, еле отступаю. Надо было спокойно расстреливать просто издалека. Не было смысла ломиться на него. Расстреливаешь и все. К алтарю подходишь. Расстреливаешь алтарь. Перевариваешь как надо. Куда пойдем? Природа не знает усталости. Тапульта я бы не стал делать. Сверху хантрески бегают с неприятным тауреном. Где опасность? Куда пойдем? Может быть, катапульта — это и выход. Я не вижу способа другого быстро его убить. Не надо кату брать. Надо кату брать, надо этих брать. Понимаю, что это сложно. Героя бы заказать тоже. Но на три вышки ломиться. Все равно это будет больно. Нужно построить землянку. Ага, и он продает вышки. А, продает, потому что у него что-то застряло, что ли? Не, он просто продается. Это хорошо. Тогда я бы отменил катапульту. Неплохая продажа такая массовая. Сейчас, когда все это закончится... Катапульта не нужна. Хотя, может быть, и... Может быть, и нужно сразу закупать эту. Закупать шкатулку. Хайфренд вынужденно ливает. Мне кажется, надо брать, пытаться эльфа. Здесь вот, который. Пойду поставлю варды.
Приказывай. Природа не знает усталости. Чего ты хочешь? Время пришло. Тебе нужна моя помощь? Исследование завершено. Он нарушил наш покой. Чем могу служить? Да, у него очень простая какая-то. Там только таурен опасный, а все остальное довольно простое. Где опасность? Во имя друга. Приказывай. Кто нарушил наш покой? Чего ты хочешь? Чего прикажешь? Не стоит. Недостаточно мало. Природа не знает усталости. Чем могу служить? Ну, против него надо сплитить, видимо. Достраиваю рабочих на XP. Турен опасный, да. Достраиваю рабочих. Он очень плохо топает. Прям очень плохо. Да. Он ливает. Катапульта даже пригодилась. Начинаю потихонечку шаманов достраивать. Надо следующим героем взять шкатулку тоже сразу же. Пятый таурен нам дает бестмастер. Да что ж за герои-то такие, а? Кипер, нага и бестмастер. И орки еще. Очень неперспективные герои. Пока не забыл, сделаем пилодж. Потихонечку шаманов добавлять будем к армии. Ох ты, барак мешает, оказывается. Хорошо, что проверил. Ставим базу. Веспов не буду, наверное, добивать. Мне бы узнать, где находится... Опа. Буба тут зря. Win fast. Кто нарушил наш покой? Исследование завершено. Чего ты хочешь? Природа не... Раскидываю варды. Усталости. Время пришло. О, а тут хорошо. Кто нарушил наш покой? Чем могу служить? Где опасность? Высвободи мою силу. У Винфаста состав армии не очень такой. Хотя его много в целом. Я не совсем готов здесь работать. Минус бист. Я бы красного собрал. Здесь бы заказал рабочих. Ну, как бы вот это... Правда, зачем красного забирать, если у тебя все равно... Ну, вы поняли. Бестмастер бежит. Ну, ради артефакта и... В
Валиант мощи, Транквилла, соответственно. Хочу по берсеркерам. Даже не знаю. А, он здесь уже. А, катапульта. Так, а что дальше там? А, он идет вперед, да? Он на нас сейчас пойдет. Вот его надо убивать как раз. Можно Транквиллу, пожалуйста? Спасибо. Там Солберн. Так, а что еще можно добавить хорошего? Три грейда на атаку. Надо быстрее убивать людей. Можно рейдеров добавить, по крайней мере, добавить бестиариев, чтобы можно было быстренько рейдеров сделать. Убивать людей для того, чтобы хотя бы... Пусть у тебя герои будут не очень классные, но зато можно сделать их высокого уровня. Ой, что же я лезу-то, а? Я без мастера сейчас опять сдохнет. Фейерлорд каким-то макаром умер. Не хочу я сражаться под этого. Под этим под. Достраиваюсь потихонечку. Берсеркеров перестроил. Да ладно, погнали. Ну пофиг, что... Кадой молодой тут. Нагу не увидеть просто в этой всей кутерьме. Неплохо. Ладно, пошла Транквилла. Винфас пишет ГГГГ. Так, давай-ка Шреддера все-таки, чтобы в лимит поместиться нормальный. Маны не хватает ни черта, хоть закупайся. Не буду бить. Возможно, придется это все пограбить. Рейо отбился, как-никак, да? Так, ладно, давай сюда... Выхожу в центр, хоть так. Не закупался вообще. Да и нечего особо брать, кроме арбы, скажем. Ну, бестмастеру возьму кольцо защиты, чтобы он держал удар. Блин, такая чушь тут просто. Просто чушь. Шреддер перекупили. Да герои отстойные. Вы посмотрите на это убожество. Кто так строит? Золота не хватает. Три базы работает. Золота не хватает. Но три базы это немного. Но микс, конечно, убогий. Ладно, давай тогда, что дальше? Вард, 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 вард. Блинкдаггер чушь. Амулет маны тоже чушь.
Потихоньку строим базу. Где опасность? С мастера тоже ботинки бы взять. Аркон ставит нычка тут. Интересно, где турбосвин? У Аркона хороший состав. Так. То есть в целом Рио еще жив внизу. Нам нужно больше золота. Природа не знает усталости. Ну, я бы пошел в противоположном направлении. Ну, то есть влево куда-то туда. То есть меня тут справа никто не... Капец, там два Маутон Кинга и Тингер. Тинкер. Представляете, сколько в меня будет стану влетать? Шредер как-то катился, нет? Нет, еще не откатился. Что за QR-код на экране? Это ссылочка на чатик, если вы смотрите на телеке. Опа. Поехали. Они воюют с самого начала, представляете? Герап пишет ПП. Левая, сейчас второго пробуем бить. Тайминг хороший, случайно получилось. Арчи, тут эльфа надо убивать второго. Прикопки у него нет. Дениска тоже ливает. Бестмастер уровень получает. Это хорошо. То есть это все вот мы можем пограбить, если что. Шредера взять надо будет, но остаться при этом в лимите. Это можно будет сделать. Я бы даже сейчас, наверное, перевел уже рабочих сюда, на эту базу с лесом. Тут дрядки трупы, хорошо. Пойдемте на разведочку. Power of Luck. А, его как раз и месят тут. Архон, который... Я, получается, встреча с Архоном. То есть, либо я Рейо убиваю, либо... Не, ну здесь орк еще какое-то время держаться будет. Не вижу особо смысла влезать туда. Шредера возвращаем домой. Еще три раба. Давай сюда. Так, 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 так. Мне сейчас надо выбрать время и Рейо убить. Который сосед Архона, но тем не менее... Здесь видите... Хотя нет, здесь не отбивается... Может быть, надо было прийти, отогнать Архона и при этом... Так, корона королей, хорошо. Нагу в первую очередь затариваем тогда. Она... Ей это нужно, и когти отлично зайдут. Кольцо защиты и перчатки скорости тоже ей выдадим. Очень много можно пограбить. Суперсвин еще живой. С гиппосами отгоняет. Чем могу помочь? Природа не знает усталости. Чем будет ручник почти стащен? Приказывать. Время пришло. Кажется, я тут немножечко не прав, не? Вообще не прав я тут. Даже немножечко я тут не прав сильно. Ну, у него почти контракт к тому, что у меня есть. МГ, медведи. Я не особо кого потерял, но в целом дрядки нейтрализуют самонов моих. Суперсвина, топовые герои. Димка, Варден. Капец. Ну, что мне с этим делать? А, это Буба, а не Архон. То есть это еще два человека.
Блин. Природа не знает усталости. Работать сделано. Работать сделано. Ладно, может, не стоит лезть. Power of Luck добить. Но его и так добьют, я полагаю. Баузи Уозы, привет! Месяцев. Еще одна корона королей. Высвободи мою вы. Силу. Я не знаю, каково сейчас пытаться убивать. Не знает усталости. Что эльф, реально он такой. Power of Luck ливает, понятное дело. Кто наверху осталось? 9 косарей. Не, ресурсов очень много еще. Я тут полностью диспелюсь. Тут кипер диспелится, бестмастер диспелится, варды диспелятся. Черт его знает, как сражаться с этим всем. Хотя герои хреновые, погнали. Боль, он не доконтроливает дико сейчас. Вообще не доконтроливает он. Варды как стояли, так и стоят. Капец, он реально не это самое. Протекторами не стреляет правильно. Виспов не вывел, чтобы бласт убрать. Самоны там стояли. Ну, энтов он расконтролил, конечно, молодец на старте. Слетанем ногой, чтобы побыстрее убрать эти протекторы. Ну, это тоже дает нам опыт. Наверху надо периодически контролить, чтобы базы не ставили. Эти почему-то перестали друг с дружкой работать. Так, здесь у нас Буба бегает. Рейо пишет ГГ, ГГ. Мой ближайший, соответственно, противник это Буба. Блин, жалко, беста. И нельзя здесь сражаться. Ну, позиция хреновая, когда там база противника еще одна стоит. Не совсем понятно вообще, ты... Отбегать в центр опять. Так, и тут ставит суперсвиночку. Ну, суперсвин, на мой взгляд, самый опасный. Во-первых, у него раз хороший. Во-вторых, у него герои, по крайней мере, два из трех, которых я видел, топовые, третьего не видел. Ну и, похоже, у него с экономикой все отлично. Тут... Конечно, тоже не жалуюсь на... А, рейнджик у него еще. Класс. Ну да. С удовольствием. С удовольствием. Кто нарушил наш покой? За Калимдор. Природа не знает. Ну, я не опережаю его по уровню героев. То есть я видел уже там 7-ю Варден 6-го Димку. У меня 8-7-5. Понимаете? Как такового плюса у меня нет. Да. Приказывай. Я приказывай. Время пришло. Природа не знает усталости. Не лгут. Кто нарушил наш покой? Приказывай. Все звери не лгут. Время пришло. Уже пора.
Ай. А можно как-нибудь все-таки, Миша, это самое? Ну, прикопай ты его, раз ты не можешь ничего сделать с ним, ну. Пошла транквилом. Да, но состав не очень плохой. Армии. Против такого микса. Он ливает. Аркон, Риченко, Суперсвин. А нет, еще кто-то есть. Борис Моисеев. Может быть, сейчас вообще в 50, а? И попробовать на этом, на... Архон бегает. Да, где опасность? Кто нарушил наш покой? Ну или открывать фронт с суперсвином, в чем я сомневаюсь, диком. Добыча близко. Природа не знает усталости. Седьмой, Дима. У меня такие герои аховые. Не понял, зачем он подставился так. Капец, там народу. Вы чё? Вы чё? Может, оставить Ричинга с этим Сархоном, а Суперсвина попробовать так убить. Но убить Суперсвина с такими героями, повторяюсь, это сложновато. Тем более, я не знаю, где он находится. Мне бы этот момент прояснить. Молитов Спелл Щилд, желательно бы козлу взять. Ну, чтобы Транквилла не так просто было перебить. Борис Моисеев ливает. Природа не знает усталости. Да, я думаю, надо по северному направлению лететь. Работа сделана. Приказывай. На суперсвина искать его. Кажется, я нашел его. Тебе нужна моя помощь. Кто нарушил нашу помощь? Чем могу сделать? Будет сделано. Время пришло. Там Димка вышел уже. Надо тупушиться, видимо. Время пришло. Где опасность? Хороший выбор. Что будем жить? Получай. Природа не знает усталости. Быча близко. Я готов к охоте. Не стоит со мной шутить. На нашу базу напали. Уже. Да ладно. Так вот просто. О, ва. Время пришло. Да.
Даже не знает усталости. Сейчас надо здесь поставить нычку. Через шкатулку какую-нибудь. Что ж, хорошо. Кто нарушил наш покой? Шатать ему здесь базу. Приказывай. Чего такое? Время пришло. Гипогрифы сажали мне там этого. Ну и надо, видимо, как-то нейтрализовывать Димку. Что будем жить? Приказывай. Чем могу помочь? Я слышал зло. Где опасность? Что такое? Природа не знает усталости. Кто нарушил наш покой? Будет сделано. Где опасность? Что будем жить? Круто. Угу. Время пришло. Что суперсвин по микроконтролю, он здесь посильнее остальных будет. Ну, из оставшихся имеется в виду. Мне обкип, конечно. Природа не знает усталости. А что, ком поиграем? Не знаю. Там посмотрим, как по времени будет. Время пришло. Пока не знаю. Природа не знает усталости. Я прилечу. Что ж, хорошо. Слушаю. Приказываю. Не стоит со мной шутить. Слушаю. Наша воля исполнится. Кто нас ждет? Я. Кто нарушил наш покой? Время пришло. Мы освободим эту силу. Кручу я. Где вас наши пути пересеклись? Меня ведет инстинкт. Мне бы здесь ультануть хорошо. Чтобы... Погнали. Давай, Бёрн, делай мне. А, Сайленс было все-таки, да? Димка зря не ультовал. Это ошибка. Мунвелов у него вагон. Алтарь пытаемся ушатать. Надо будет ультовать нагой, опять же. Давай, Аркон, показывай класс. Так, Аркон остался, да? Аркон у нас хуман. Давайте попробуем в центр, сразу телепортируемся сюда. Аркон остался последний. Мне надо понять, где у него базы. Мне надо закупиться. Наша воля исполнится. Время пришло. Я готов. Где вас? Чем могу помочь? Выбор. Природа не знает усталости. Что будет жить? Кто нарушил наш покой? Слушаю. Время пришло. Ну, пошло, поехало. Где опасность? Добыча близко. Кто нарушил наш покой? Будет сделано. Ну, слушаю. Природа не знает усталости. Что
Что наша воля исполнится. Чего хочешь? На нас напали! Ну, понятно. Пошло-поехало. Не стоит со мной шутить. Лови! Приказывай. Черт, где ложись? Да, уж будет сделать. Плохо, не успею здесь отстроиться. Героя убили. Я не понял, где это произошло. Бестмастер, видимо, был не совсем там, где должен был быть. Так, у меня нет возможности восстановиться, да? То есть мне нужно делать тир, мне нужно думать уже о перестройке. У меня будильник работает зачем-то. Время пришло. Чем могу помочь? Где опасность? Да, и герои у него топовые. Ну. Спасибо. Природа не знает усталости. Природа не знает усталости. Где опасность? Уже пора. Кто нарушил наш покой? Приказывай. Чем могу помочь? Время пришло. Так, а что мне делать? Кто нарушил наш покой? Герой по уровню у него, конечно, похуже, но по... Где опасность? По полезности мега топовые. Чем могу помочь? Приказывай. Просто мега топовые. Ждем беста. Нужно как-то отрезать у него базы, которые... Я очень много времени теряю. Мне нужно проверить здесь нычку у него. Бестмастер выходит. Там просто Нага сразу улетает. Не, вот херокил просто дикий. Просто дикий херокил. Минус бист. Увы, такое, такие вот герои. Не тащат они у меня. Ну, ладно, смотрите, что творят. Два Mountain King с маной. 600 маны, 500 маны. ГГ. Ну, слишком слабенькие. Слишком слабенькие. По уровню вроде было сопоставимо, но... Но нет. Герои тут лучше. По экономике лучше. 9-8-6, 8-8-8. Молоток, мотел, молоток, ракеты. Ничего не сделать. Стафов нет. 2 МК. Ну, зато продержались до топ-2, по крайней мере. И суперсвином очканули. Тоже приятно. Но, к сожалению, у нас не будет времени на